В поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа отменили карантин по бешенству животных, который был введен 2 мая этого года постановлением губернатора Московской области. Карантин был введен с целью остановить распространение опасной для животных и людей болезни. В настоящий момент такой угрозы нет. Напомним, в случае укуса больным животным или контакта с ним, нужно экстренно обращаться к врачу.